яблок достаточно? Да, мне кажется, что... Эй, всем привет! С вами группа Youngsters! Это наша рубрика «Пасос!» Вместе любим пить самые вкусные блюда. Нет, так самое главное. Кушайте борта! Да! Бүгін біз Young Sir Store-мен бірге жеміс салатында дейтін боламыз, ол үшін бізге керек нәрселер. Банан, мандарин, яблочко, жоғы, яблочко красное, миска, нож и доска. Поехали. И айс. Все, ну что нам делать? Итак, чтобы приготовить наш замечательный вкусный салат, нам нужно сначала нарезать все, что у нас оставляет, кроме йогурта. И поэтому мы будем резать сами с Эйденом, потому что маленьким девочкам резать нельзя. А вы пока в чистке мандарин. Что, я буду? Давай, а мы вот сюда поправим. Я люблю учить мандарин, но нет, я не. А вы готовите? Ну, Эйден не умеет готовить, но он нас послужил. Он нас моих послужил. А остальные, да, готовят. Ну, мы не шеф-повара, конечно. Ну, готовят, но есть можно. Получается вкусно. Кстати, Арул, ты вот так вот делаешь? Бананы мингесинчик. Давай. Яблоко, главное, много, да? Хас мингеси юрим, ба? Ну да, можете. А что, второго нету? Не знаю. Нет, просто мы в пятницу. Да. Чтобы... Резать ложки. Зачем резать ложки? Мне мандарин напоминает Новый год. Они все напоминают Новый год. Спасибо. Когда ты чистишь мандарин? Я не люблю чистить мандарин, потому что потом пальцы так болят. Когда чистишь. А потом... Ну что они потом мандаринчиками пахнут? Это вкуса. Сколько лет мы начали делать? А ты не будешь? Тебе сейчас он. Ну, я по идее с детства пою, я раньше очень любил караоке, когда был маленький. Но заниматься вокалами я начал примерно вот так. Так что это касалось работы, что ли, нет. А у меня был сам Юль Эндмин. Митип Кизнин меня стал этот пилотом. Бернистин там. Твой. Но он рэпер. Да, я мне рэпер кем мог. Он там. Да. Кстати, пока была пауза, он ел яблоки. А, давайте споем вместе One Love. One Love? Да, наш новый. Давай, Кирта. Да. Раз, два, три. It's gonna be me, one love, one love. Кстати, нам очень понравился трек, и клип был очень крутой. Спасибо. Благодарю. Ради нас? Нет. А, не ради нас? Ради фасерс. Мы тоже фан. Да. Я сам пьян. Да, кстати. Я сам пьян. Кажется, яблок достаточно? Да, мне кажется, что достаточно. А желтый, ну ладно. И желтый. Желтый. Давай. Один желтый. О, тут есть косточки. Косточки. Осторожно. Аккуратно, без косточек. Кое-кто неаккуратно резал. Кто это? Ты. Все, не ложите косточки. Я думал, ты ложить будешь туда, а ты их ешь. Так, теперь мы поможем такую штучку. И Эйден будет резать. Бананы. Вот, смотрите, что у нас пока что получается. Я знаю, это вкусно. Мы хотим это ужасно. Ну вот, мы и закончили резать бананы сейчас. Он еще раз порежет, айс порежет сейчас яблоко желтое. Я вот этот банан с этим хочу. Это сделает Эйден.
Да. Может, там нет. Ну все. Сейчас. А знаете, что самое классное? Это то, что мы готовим не только вкусные, но и полезные вещи. Для тех, кто пришел на стажировку по Entertainment, чтобы знали. В общем, ешьте каждый день только этот салат, и вы станете как Эйден. И все такие... Вот магия. А, вот еще. Так, сейчас мы будем... Дальше мы будем заливать йогурт. Йогурт в салат и будем мешать. И... Давайте. Нужна сила. Халк. Вот все, мы закончили наш салатик. Поэтому мы сейчас будем звать мальчиков, и пусть они готовят свое блюдо. Барня, салям, сіздермен бірге олдардың тобы, біз қазір...